Идея приложения CogPlay состоит в том, чтобы создать приложение, в котором будет все необходимое для использования сети. В чем полезность? Вся экосистема бизнеса построена на собственной системе Cog. На чем можно зарабатывать? Онлайн-игры, интернет-магазины, телевидение, фильмы, музыка. Есть и встроенный криптокошелек с ежедневным выводом средств. Давайте для начала разберем, на чем же зарабатывает сама компания. Ведь нужно понимать, откуда у нее берутся деньги. Многие сразу думают, что это пирамида, и все, на чем держится данная система, это взносы людей. Это, кстати, большое заблуждение. Первое, на чем зарабатывает компания, это реклама крупных брендов. Если смотреть на процентное соотношение дохода из общей суммы, реклама приносит, ну, плюс-минус 30% прибыли. За все время пребывания в приложении я видела мигающие баннеры таких компаний, как Samsung и Apple, Pepsi, Coca-Cola, Nike, Nissan, Hyundai и другие крупные бренды. Чтобы вы понимали, стоимость рекламы напрямую зависит от статистики посещаемости приложения. То есть компания заинтересована в пребывании новых людей, так как компания активно развивается. Стоимость рекламы будет, естественно, расти и расти. Вторым основным направлением дохода является создание и поддержка онлайн-игр и другого развлекательного контента. Для сети процентная доля дохода от развлекательного контента составляет примерно 40% от общего дохода компании. Третьим направлением являются корейские интернет-магазины. Компания берет небольшую комиссию по типу Озона, но выходит за счет большого оборота. Преимущество магазина в том, что люди могут пользоваться еще и внутренней валютой. Все оплаты производятся монетами Cog. Так, доход от магазина составляет около 25%. Четвертым направлением являются финансовые операции внутри платформы и на бирже, где идет торговля монетой Cog. Доход от финансовых транзакций около 5% от общего дохода. Что значит финансовые операции? Финансовая операция – это комиссия от конвертации. Например, обмен монеты Cog на биткоин и эфир. Но если это не пирамида, тогда что? Это возможность построения бизнеса. Да, бизнеса. Идея компании в создании конкуренции таким цифровым площадкам, как Яндекс, Google, Amazon и других крупных брендов. CogPlay выбрал развитие через сетевой маркетинг или способ рекомендации от партнера к партнеру. Даже если отклоним в сторону мысль о конкуренции, сам сетевой маркетинг выходит намного выгоднее по затратам, так как компания вознаграждает за конкретно приведенного человека. Таргетированная реклама не дает никаких гарантий по притоку пользователя. То есть люди на рекламу ткнули, по ссылкам прошли, но не остались. А за отклик компания уже заплатила. В общем, сетевой в этом плане выигрывает. Надеюсь, вам стало понятно, что это никакая не пирамида и что компания активно развивает свой бизнес. Давайте расскажу, какие основные варианты заработка есть внутри платформы. Первый источник дохода. Вот здесь постараюсь рассказать максимально подробно. На данный момент есть возможность стать владельцами доли компании. Активируем свой биржевой актив на сумму, начиная от $300. Компания выплачивает вам небольшой процент в виде цифрового актива в монете Cog. Какой же процент возможно получить? Допустим, депозит от $300 до $1499 по 3% прибыли каждый месяц. Депозит от $1500 до $9999 под 5% прибыли каждый месяц. Депозит от $10000 под 7% прибыли каждый месяц. Кстати, хоть процент указан месячный, начисления капают каждый день. Вывести как прибыль, так и депозит можно в любое время. Прибыль снимается моментально. Второй источник дохода – это игры. Играешь и зарабатываешь монеты внутри приложения CogPlay. Также можно легко обменивать монету Cog на любую другую валюту, пользоваться ею и выводить. Этот вариант подходит для тех, кто любит онлайн-игрушки. И партнерская программа – это третий источник дохода. Здесь очень интересный маркетинг. С первой линии 100% доход от дохода, со второй линии 20%, с третьей-пятой линии 10%, с шестой-десятой линии 5%.
Но это еще не все. Все подробности вы можете узнать на бесплатной бизнес-консультации. Кстати, доход здесь ежедневный и нарастающий день ото дня. Global Star Club. Возможности безграничны.